Здравствуйте, я Жердев Василий Михайлович. Делаю это видео для того, чтобы пригласить к себе учеников и партнеров. Погулял сейчас на кладбище, помедитировал, поразмышлял, почитал и понял, что нужно в этой жизни принести как можно больше результатов. Поэтому по результатам, ну как бы вот этой прогулки, по результатам размышлений, вот, приглашаю, соответственно, учеников к себе и партнеров. Коротко о себе. Ну, сейчас шестой десяток лет. Могу быть полезен вам. С точки зрения личной эффективности, то есть это увеличение дохода, увеличение здоровья, самыми простыми и иногда непростыми методами. Но очень часто достигают, простейшие методы достигают результата как в здоровье, так в самозащите, так и в общении между людьми. Занимался шоу-дау, славяно-горецкой борьбой, учился у многих тренеров бизнесу. И вот сейчас, собственно, нужны партнеры, нужны ученики. В общем, кому нужно увеличить свой доход, кому нужно укрепить свое здоровье или даже вернуть. Кому необходимо эти вещи, то предлагаю мне звонить, писать, сообщать. Вот. Теперь по поводу того, почему на кладбище все-таки делаю это приглашение, потому что, ну, на самом деле жизнь коротка. И хочется ее пожить подольше, получше и принести как можно больше пользы людям, в том числе и вам. Вот. Жизнь, смысл жизни – это достижение вечной жизни, это достижение бессмертия. Потому что в русском языке смерть – это смирить, мера. Жизнь – это мера жизни, вернее, смерть – это мера жизни, чего достиг в этой жизни. Погуляв, вот, почитав надгробные всякие надписи, я что-то удивился, что очень мало каких-то надписей. В основном дата рождения или дата смерти, и все. И мало кто кому обращается. Вот, поэтому, чтобы убрать этот... Те люди, которые хотят в этой жизни что-то принести, я предлагаю объединиться и достигать, ну, как бы продлять жизнь по максимуму, в идеале до бесконечности. Кому это интересно, жить подольше, получше, то пишите, звоните. Здесь под этим видео будет, соответственно, e-mail для связи. Вот. Мой текущий телефон 8-903-181-26-51. Но телефоны могут меняться, e-mail остаются, это больше. Поэтому обращайтесь. Повторюсь еще раз, значит, напоследок. В чем полезен могу быть? В укреплении здоровья, в сохранении капитала. В возвращении здоровья, обеспечении самозащиты, в управлении эмоциями и своими внутренними состояниями и повышении личной эффективности. Ну вот, с чем могу быть полезен, обращайтесь. С чем могу, помогу. И кто может мне чем-то помочь, запартнериться, обращайтесь тоже. Я вам сказал, чем я могу быть полезен. Спасибо вам за внимание.